Эта неделя по всей стране объявлена нерабочей, однако большинство промышленных предприятий производственный процесс не остановили. Открыты двери продовольственных магазинов, аптек, ветеринарных клиник. Прием ведут и в центрах «Мои документы», правда, в особом режиме. С сегодняшнего дня МФЦ региона будут принимать заявителей только по предварительной записи. На входе у посетителей потребуют QR-коды о прохождении вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 3 дней назад. Кроме того, можно предоставить документ, подтверждающий медицинский отвод от вакцинации. Удобнее и быстрее всего скачать документ в личном кабинете на портале госуслуги и сохранить себе на смартфон. Придя в МФЦ, QR-код можно будет показать прямо на экране телефона. Во всех центрах региона размещены пункты коллективного доступа к единому порталу госуслуги и сайтам ведомств.